Привет, дорогие любители покопок. Привет, любители раскопок и женских попок. Сегодня я вам расскажу про вот такой вот интересный, что главное, недорогой и таки мощный металлоискатель с AliExpress. Сегодня мы его протестируем, посмотрим, может мы что-то раскопаем, там золото, серебро. Ведь этот металлоискатель по цветным и черным металлам. Ну, а что-то я сильно забегаю вперед. Давайте я вам сначала расскажу про этот металлоискатель, а потом мы уже сами будем искать что-то интересное. Смотрим. Металлоискатель AR944M был прислан с AliExpress и поставляется в небольшой, хорошо упакованной коробке. Внутри все запчасти упакованы в пенопластовую коробочку для надежности. В комплекте у нас идет блок управления, электромагнитная катушка, штанга, подлокотник, аккумулятор, зарядное устройство, наушники и инструкция по эксплуатации на английском языке. Это у нас один из самых дешевых металлоискателей, но в то же время качественных и с хорошими отзывами реальных любителей копа. Данное устройство используется в археологии для поиска металлических старинных предметов быта, монет, драгоценных украшений, в строительной сфере и в быту. Прибор может определять тип металла, цветные и черные, позволяя исключать ложные сигналы и помехи. Сборка металлоискателя занимает совсем немного времени, все интуитивно, понятно и просто. Большой диаметр поисковой катушки 30 см позволяет увеличить площадь захвата и глубину поиска. Встроенный в корпус светодиодный фонарь слабоватый, и на него я бы не стал рассчитывать, так что имейте какой-то ручной помощнее. Герметичный корпус поисковой катушки позволяет проводить исследования под водой на глубине до 1 метра. А телескопический стержень дает возможность легко отрегулировать длину металлоискателя для комфортной работы. Подлокотник и упор позволяют уменьшить нагрузку на предплечье, что также очень хорошо. Прибор работает в постоянном импульсном режиме, что повышает качество обнаружения объектов и исключает возможность их пропуска, а также увеличивает площадь и глубину обнаружения. При появлении в пределах действия прибора металлических предметов, он тут же реагирует на это, подавая звуковой сигнал и одновременно отображая информацию на экране. Диаграмма на экране передает силу сигнала, позволяя точно определить местоположение найденного объекта и облегчая последующее его извлечение. Из органов управления у нас есть тумблер включения, ручка настройки чувствительности, кнопка сброса, ручка дискриминации, цветной и черный металл, переключатель режимов, баланс грунта и дискриминация, и индикатор чувствительности. Также я рекомендую подключать наушники к блоку управления, а то звук он издает очень громкий, и если вам не нужно создавать большого шума, то имейте с собой наушники, а то прям достал уже этот звук при раскопках. Аккумулятор у нас 7,4 вольта, 1200 мАч, подзаряжается при помощи блока и шнура USB. Все это есть, конечно же, в комплекте. Максимальная глубина, на которой он находит металл, по заявлению, 1,5 метра, но так глубоко я копать не стал, максимум 2 штыка. Но если вы знаете, где поблизости лежит самолет или танк, например, то можно этой штукой пользоваться, главное, чтобы не сильно глубоко было. Да, жаль, конечно, что у нас тут танков нету нигде закопанных. Давайте теперь же проверим, что получилось найти при помощи этого металлоискателя. Искали мы металл в проходных местах и нашли, помимо самого железа, также много пробок от бутылок. Они у нас из какого-то сплава, а также кучу фольги. Но были находки и поинтереснее. Да, это не меня.
Ну что, накопали мы совсем немного, но у нас и цели не было раскопать клад. Хотя очень хотелось бы, и не помешал бы он мне. Металлоискатель годный, ищет, как бы ищет, находит, работает. Цена у него небольшая, ссылочка будет в описании. Также будет ссылка на магазин S&Way, в котором я уже покупал несколько товаров тоже. Переходите, смотрите, может вам что-то пригодится. Магазин проверенный. Металлоискатель годный, могу советовать. Кому интересно, покупайте. Цена была что-то $86, в общем, ниже $100 точно. Спасибо за подписочку вам на канал. Подписывайтесь, если не подписаны. Ставьте лайк, пишите, как вам это сие чудо. Фонарик вот, кстати, не очень. На фонарик вообще не рассчитывайте. Он как бы есть, но он говно. А так, металлоискатель может вам даже помочь в ваших исканиях клада, в общем. Знаете хорошие места клада? Пишите мне, а я приеду и ничего не найду. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как это вам. И пока.